уважаемые дамы и господа. Программа «Встретимся вечером», как всегда, находится в самой гуще ресторанной жизни Киева. И сегодня, 8 марта, в 8 часов вечера, ресторану «Майами Блюз» исполняется 8 лет. Маргарита, как продержитесь еще 8 лет или 88? О будущем не говорят. Сегодня хорошо. Хотелось бы... Я не хотела бы загадывать цифры, сколько еще. Просто столько, сколько будет, пусть будет хорошо. Не только мне, но и моим гостям, моим друзьям, всем нам вместе. Пусть будет хорошо. За 8 лет своей славной истории ресторан «Майами», он же «Блюз», прошел все. И даже испытания медными трубами. Ведь слава – субстанция капризная и приходящая. Но ресторан «Майами Блюз», похоже, она выбрала раз и навсегда. Около 500 человек пришли поздравить с днем рождения свой любимый ресторан. А уж устроители праздника, в свою очередь, тоже. Ну, очень постарались. Угостили всех на славу. Еда вкусная, напитки крепкие и разные. А шоу-программа, о, это в стиле Майами. Всех удивить и всех порадовать от души. Танцуют все, и мы вместе с вами. Однако диджеи и москвичи, столь любезные зрителям, это еще не все сюрпризы, приготовленные для гостей Майами. Группа «Мумитроль» тоже оказалась причастной к празднику. И уж тут-то начался ажиотаж. Любимый ресторан «Майами Блюз» не потонет никогда, разве что в море улыбок и в море цветов. Шервуд очень-очень отдаленно напоминает Шотландию и славу Робин Гуда, поскольку цыганский ансамбль, выступающий здесь, вряд ли ассоциируется с потомками дома Стюартов. Громкая музыка почти не дает никаких шансов пообщаться, а посему лучше сразу есть молча. Вашему желудку предлагается печень по-шотландски, курица с грибами и умеренные цены. Нет ничего удивительного в том, что слова «маленький» и «миленький» столь созвучны и приятно ласкают слух. В данном случае речь идет не о ребенке, хотя маленькому уютному японскому суши-бару «Кампай» 24 марта исполняется год. Для ресторана это возраст уже не младенческий. Он означает, что период становления окончен и наступил расцвет. Японская кухня на улице Саксаганского, 20, расцвела по-особому, благодаря способностям и старанию поваров. В суши-баре «Кампай», кроме традиционных суши и сашими, появляются новые блюда. Например, рулет «Тигр» готовится из четырехцветных «тобико» – яиц летучей рыбы, с маринованной в острой японской смеси форелью и рисом. Это блюдо – одно из самых любимых у завсегдатаев этого заведения. Для них в «Кампае» припасены карточки гостя. А в день рождения суши-бара 24 марта, помимо карточек, гостям подарят и эксклюзивный компакт-диск «7 настроений». Японцы, живущие среди бешеного ритма высоких технологий, лучше, чем кто-либо в мире, умеют и любят отдыхать. Наслаждаются цветением сакуры, любуются природой и ценят уединение. Поэтому, наверное, в суши-баре «Кампай» для клиентов недавно создан приватный кинотеатр. Чтобы ощутить на себе эффект присутствия на концерте звезды или в событиях тысячелетней давности, достаточно нажать кнопку «Play» DVD-проигрывателя, и плазменная панель оживает перед вашим взором, свет потихоньку гаснет, а предупредительная официантка по звонку принесет закуски, зеленый чай или десерт. Ананас темпура, например, с мороженым и фруктами личо. А поскольку отдых должен быть абсолютным, в этой японской комнате имеется душ. При желании можно облачиться в халат и тапочки. Да и вообще сибаритство – вещь очень даже полезная. А сигарное меню от суши-бара «Кампай» – весьма уместный момент такого релакса.
И если даже кому-то покажется, что приватный кинотеатр удовольствия слишком дорогой, взгляните на эти иероглифы. Здесь черным по белому написано следующее. Восхождение наверх начинается с малого. Почему бы не попробовать забраться? Торговая марка «Чая Царский» в новом году желает всем радости, счастья и крепкого здоровья. Царский чай – крепкое наслаждение. Даже живя в демократической стране в 21 веке, каждый из вас может почувствовать себя императором, придя в ресторан «Цезарь», так же, как это было в Древнем Риме, который номинально считался республикой, а фактически был империей. Уют и радушие здесь не хуже, чем в треклиниях Октавиана Августа или гурмана Веспасиана. Здесь также охраняют ваш покой могучие преторианцы, а старинные амфоры излучают теплый свет. Уже почти год, как ресторан «Цезарь», словно машина времени, переносит вас в мир далекий и загадочный, где вы после рабочего дня, словно устав от доклада в Сенате, вовсю ощущаете экзотику и широту клавдиевых перов, рецептов от неугомонного Нерона или воздержанного Антониана Пия. Ведь повара триклиниума знают прихоти императоров, а потому четыре зала в ресторане удовлетворят любой каприз. В первом верхнем, например, можно отведать бизнес-ланч. Кстати, в меню их 5 разновидностей. Если же вы проконсул или консул, можете спокойно отправляться к себе в канцелярий или к начальнику преторианцев обсуждать план реконструкции Рима. А если жена или дети мешают исполнить консульский долг, каждое воскресенье в Цезаре есть специальная программа для детей. И хотя в Риме варили пиво по собственным древним рецептам, в 21 веке в Цезаре царствует оболонь. Напиток по популярности и качеству, превзошедший все известные как в древнем, так и в современном мире. В баре после тяжелого римского дня можно отведать еще и коктейли. К примеру, падающий легионер. Только не спешите это делать перед приемом у императора. Гриль-зал покорит каждого, так же, как Клеопатра Марка Антония. Здесь прямо перед публикой, словно на представлении в Колизее, готовят фирменные блюда. Отведав вот это чудное колено римский гений или шашлык императора, внутри которого бекон с овощами, гриль, да еще и с пивом оболонь, поймете, что Рим оставался вечным, ибо был сытым и довольным. Теплыми весенними вечерами в Цезаре ждут гостей 2 зала внизу. Здесь, среди сладкозвучной, ублажающей утомленную душу императора музыки, шеф-повар Владимир Шуляк, которого 2000 лет назад звали бы, к примеру, Корнелием Гальбой, готовит фирменное блюдо «Римский мир». Это мясо на горячем камне с овощами. А знаменитое выражение «пришел, увидел, победил» шеф-повар трактует как «пришел, увидел, пообедал». Сам же Цезарь хорошо знал, что публика требует не только хлеба, но и зрелищ, главным среди которых является футбол. И потому среди салатов мексиканского, вегетарианского, стейка чили с соусом и спаржей снова бодрит душу вездесущая оболонь. Кстати, за пол-литра нужно отдать всего 7 украинских гривен, а вовсе не сестерцей. А истинные болельщики, ну, ничего не имеют против такой цены. Здесь рады всем. И императорам, и консулам, сенаторам, и преторианцам, и всадникам, и легатам. Потому что в Цезаре каждый найдет себе блюдо по вкусу и по средствам. Лазанья с мясом, например, стоит 24 гривны, а большая порция курицы, фаршированной блинчиками, всего 18. Соответственно, и самое демократичное на сегодня блюдо – пицца. И кем бы вы ни были, как бы вас ни звали, Владимир или Тиберий, Анна или Клементина, Александр или Септимий Север, в Цезаре вас всегда ждет императорская встреча, которую из личной биографии будет нельзя вычеркнуть или забыть так же, как нельзя вычеркнуть Древний Рим из истории рода человеческого. В
кураже любят чистоту и красоту. Именно поэтому здесь пылесосят прямо-таки в вашем присутствии. А есть под шум пылесоса, конечно, приятнее, чем в тишине. Обходительность официанта несколько скрашивает отсутствие парковки, формы одежды и служебного туалета. А большие порции по умеренным ценам вполне насытят любого голодающего. Для настоящего шкуражу вполне не помешало бы изобрести какую-то вывеску, чтобы поиск ресторана не превращался в разведывательную операцию. Гамарджоба Генацвали. Это первое, что услышите вы, переступив порог нового грузинского ресторана «Рагви». На оживленном перекрестке улиц Красноармейской и Сагайдачного незаметно вдруг появился тихий грузинский дворик. По деревянным ступенькам можно подняться на балкон. Сидеть там уютно, а особенно приятно наблюдать за суетой большого города, вспоминая при этом Лермонтова. Внизу рагва и кура, обвив каймой серебра, подошвы свежих островов, по корням шепчущих кустов, бежали дружно и легко, до них мне было далеко. Впрочем, теперь до Арагви близко всем, и даже не потому, что он в центре Киева, а скорее из-за продуманной ценовой политики. Грузинская кухня по определению дорогой быть не может, а грузинский стол просто обязан быть полным, щедрым и обильным. Зелень все непременно, овощей побольше. Лобио зеленый и на дуге с мятой попробуем. А сулугуни с брынзой к сухому красному вину наилучшее дополнение. Хачапури, традиционные лепешки с сыром в ресторане «Арагви», являются чем-то вроде визитной карточки, заявки на успех. Стоит отведать хотя бы раз хачапури слоеный. Он стоит всего 11 гривен, а наесться можно вдвоем. Хотя без шашлыка «Арагви» невозможен, как Грузия без шата Руставели. А мегрельскую кухню в ресторане представляют повара Нино Карацхелия, Амиран Топурия и Мираб Худжо. С истинно грузинской щедростью они наготовили столько вкусностей, что все не уместилось на трех столах. От себя замечу, что этим не грешат рестораны европейские. А в Грузии все по-другому. Здесь гость – главный человек в доме. Дружба превыше всего, а любовь и уважение к людям – главный секрет успеха и в жизни, и в ресторанном бизнесе. Потому «Арагви» всегда полон, шумит, как полноводная река. А если в обеденное время вы захотите вкусно покушать и увидеть весь бомонд Киева сразу, приезжайте в «Арагви», не ошибетесь. Камарджоба Генацвали. Кто первый дозвонится до батона Сергу и ответит на вопрос, что значит «хачапури»? И что переводит с грузинского языка, того ожидает настоящий грузинский стол, грузинским вином и наше радушие, приветствие для вас, дорогие наши киносвали. Приходите, мы вас все ждем. Тити магломи нахвандис. Торговая марка «Чая Царский» в новом году желает всем радости, счастья и крепкого здоровья. Царский чай – крепкое наслаждение. Возвращаясь к вечной рыцарской теме, хочется указать вам, уважаемый зритель, единственно верный путь к счастью. Въехав на мост Патона и свернув направо, вы увидите указатель. Смело двигайтесь по нему в сторону Выдубичей. В рыцарском замке Выдубичи тают сердца прекрасных дам от изысканной обстановки и приветливого обслуживания. А каждый странствующий рыцарь может лично выловить из аквариума понравившегося осетра, карася или карпика. А любителям пива не дадут покоя раки, которые в ожидании гостей зимуют в аквариуме. Этот хорошо укрепленный островок рыцарского счастья по душе и заезжим знаменитостям. Ирина Аллегрова, например, заглянув сюда, не согласилась с утверждением, что век славных рыцарей прошел. Вы знаете, главное, чтобы мужчина хотел быть рыцарем. А сделает ли он настоящий рыцарский поступок или просто какой-то потрясающий другой, это не важно. Важно, чтобы было желание оставаться ими. Что же касается кулинарных пристрастий? Есть разница между словом «гурман» и «гурме». Я отношусь ко второму. Это французские слова. «Гурман» подразумевает, я просто поясню, если кто не знает. Это человек, который любит много и вкусно поесть. А «гурме» – это человек, который очень разбирается в еде, ест очень изысканные и вкусные вещи. Я не говорю изысканные, но вкусные вещи. И ест мало.
Особенно порадовали певицу название блюд. Орден тамплиеров, копья Артура, язык мавра. Искреннее восхищение было высказано директору ресторана «Замок» в Идубичи Светлане Николаевне. А потом настала очередь поваров выйти на свою кулинарную сцену и исполнить для гостей фирменные рыцарские блюда. Мисс Буш – легкое угощение. Свежие овощи непременно должны быть на столе у рыцаря и его дамы. Салаты той эпохи не свойственны, хотя в меню и с уважения к рыцарям современным имеются. Как-то я много что люблю, но вот почему-то я везде прошу кусочек белого мяса, грудки, в муку и в яйцо. Вот это вот люблю и все. Конечно же, копья Артура – то самое куриное филе, да зажаренное на гриле с дымком приведет даму в восторг. Так же, как и рыцарский турнир – свинина-гриль на косточке настоящего мужчину. Одним словом, присоединяйтесь к нашей трапезе, господа странствующие рыцари, а привозить своих дам на ужин лучше всего в те заведения, о которых уже идет и ширится добрая слава. В ресторан «Замок» в Идубичи, например. Дабл-бас – это когда по крайней мере два баса, а весь интерьер ресторана оформлен музыкальными инструментами. Заведения «Мэ» и «Жо» обозначены саксофоном и скрипкой, а кухня предлагает салат с мидиями, улитки эскарго и много чего другого по ценам чуть выше среднего. Форма одежды персонала на персонале талантливо надета, в ней они ходят, улыбаются и несут чек по просьбе. Торговая марка «Чая Царский» в новом году желает всем радости, счастья и крепкого здоровья. Царский чай – крепкое наслаждение. Что бы ни происходило в ресторанной жизни столицы, как бы ни заполнялись центральные улицы заведениями новыми и очень модными, классика и высокий стиль востребованы будут всегда. Ресторан «Казак Холл» до недавнего времени был закрытым клубом. Здесь на высоком уровне проводились банкеты, фуршеты и приемы. И буквально два месяца назад «Казак Холл» радушно открыл свои двери для всех желающих. А кавалеры ордена Святого Станислава традиционно все свои праздники отмечали и отмечают в стенах этого заведения. Здесь очень хороший интерьер, фантастическая кухня, культурное обслуживание. Здесь мы все чувствуем себя как дома. А все потому, что прием гостей высокого ранга – это не просто фуршет и не только вкусная еда. Это прежде всего отлаженный точный механизм, если хотите, индустрия гостеприимства, когда каждый, начиная от швейцара и заканчивая директором ресторана, четко и сознанием дела исполняют свои обязанности. Столы накрываются не просто красиво, а великолепно. Оформление соответствует качеству блюд. Повара ресторана «Казак Холл» – это тоже элита. Элита украинского общественного питания. И пусть это словосочетание несколько устарело, неизменным остался талант людей, которые ежедневно оттачивают свое мастерство, создавая все новые и новые рецепты блюд. Подача и обслуживание на уровне, можно сказать, европейском, но я скажу иначе – на высоком украинском. А почему нет? «Казак Холл» – элитный национальный ресторан. И очень правильно, что в интерьере нет привычной соломы и подсолнухов. А есть именно стиль, достойно представляющий и оригинальный дизайн, и высокую кухню. Ты роскошно, дуже смачно готують. Мені тут все імпонує. Все. І інтер'єр імпонує, і люди, і страви. Тут, Іра, скажу, така інтелігентна публіка, красива. І є з ким і є що поїсти, є що поговорити. Інколи хочеться отакого відпочинку для очей і для душі. І я дуже рада, що в нас на сьогоднішній день, ну та що я кажу, подивіться, яка розкіш скрізь. Я не наче у віночку стоїш, правда? Віночку такого солодкого життя вашого. Отныне подобные фуршеты или банкеты, кстати, по очень разумным ценам, можно заказывать как в самом ресторане «Казак Холл», так и пользуясь услугами ресторана на выезде. А если у кого-то юбилей или свадьба, то праздничный торт приготовят здесь же, в кондитерском цехе ресторана. Да и маленькие пирожные не лишние на любом столе. Одним словом, в этом заведении есть все, что только может предложить элитный ресторан.
и каминный зал для закрытых мероприятий с отдельным входом, и бильярд, и охраняемую бесплатную парковку для машин. И все это – заслуга коллектива ресторана «Казак Холл». Эти прекрасные люди и отличные специалисты рады каждому гостю, независимо от того, пришли ли вы заказывать банкет или просто выпить чашечку кофе. Одна проблема – улицу Анри Барбюса все почему-то ищут где угодно, но не в центре Киева. А на самом деле это возле Дворца культуры Украины. Звоните, и вам непременно объяснят, как сюда доехать. Если театр начинается с вешалки, то барабан – с колотушки. Отсутствие вывески предполагает, что вы Рихард Зорге и без труда найдете этот ресторан. Внутри тоже никто не встречает. Видимо, конспирация. Отсутствие сервировки, возможно, символизирует провал профессора Плейшнера. А единственная вешалка с грудой одежды не выдерживает и периодически падает, вытирая гостевыми польтами ближайшие 2-3 квадратных метра. Форменной одежды нет, да и к чему оно? Вы же есть пришли, а не смотреть на Дольче с Габбаной. Торговая марка «Чая Царский» в новом году желает всем радости, счастья и крепкого здоровья. Царский чай – крепкое наслаждение. Ресторан, который сегодня удостоен чести получить весь ассортимент торговой марки «Чая Царский» на серебряном подносе, знаете вы все. Это бистро «Два гуся». Это заведение по популярности как-то сразу превзошло все известные заведения быстрого обслуживания. А десерты у двух гусей, как у мамы или бабушки, очень вкусные, недорогие, а потому любимые. А лучшим дополнением таким десертам будет, конечно же, царский чай. И потому весь ассортимент на серебряном подносе вручается директору бистро «Два гуся» на улице Богдана Хмельницкого Виктории Курзе. С пожеланиями дальнейших успехов в работе и расширения сети столь вкусных и недорогих заведений. До появления ресторана «Да Винчи Фиш Клаб» понятие «рыбный ресторан для Киева» было весьма расплывчатым. И, очевидно, сам Нептун позаботился о том, что гурманам теперь предлагаются свежайшие королевские креветки и устрицы, морской язык и лавраг, лангустины, омары и прочая морская экзотика. Шеф-повар «Да Винчи Фиш Клаб» уже довольно-таки знаменит. Его зовут Стефано, он итальянец, а его коронное блюдо каракатица-гриль пользуется постоянным успехом у любителей морепродуктов. В интерьере этого ресторана звучит нестареющая венецианская тема, жизнерадостная и жизнеутверждающая. Ведь что может быть лучше солнца, моря и любви? «Да Винчи Фиш Клаб» постоянно преображается. Рядом с привычной гондолой появилась фактурная живопись. Балконы украшены фрагментами из жизни звезд, морских, что не менее забавно. А вот круглая барная стойка и все, что за ней происходит, тоже весьма интересно. Во-первых, потому что бармены общительны, приветливы, умеют и разговорить, и развеселить гостя. Дружно приготовят коктейли, и улыбка Монны Лизы появится у каждого, кто выпьет одноименный коктейль, приготовленный Сергеем. Бармен Олег, тут же подхватывая инициативу, предложит дамам витаминную бомбу. Ранней весной это весьма кстати, а Дима уже смешивает между собой краски весны. Это зрелище завораживает. Жизнь и впрямь приобретает яркие оттенки. Отведав же знаменитый коктейль «Унесенный ветром», кстати, его готовят только в этом ресторане, скорее всего, вам захочется сказать о своих проблемах словами Скарлетт О'Хара. Я подумаю об этом завтра. А пицциола между тем растапливает печь, чтобы порадовать гостей и своим мастерством и небольшим шоу. Настоящая итальянская пицца готовится только в печи на дровах, потому что легкий аромат углей придает ей те неповторимые оттенки вкуса, которые невозможны в духовке электрической. И еще стоит взглянуть на цены. Классическая маргарита стоит 24 гривны. Острая пицца дьявола – 42 гривны при 500 граммах на выходе, а изысканная тоскана со шпинатом, беконом и яйцом – 39 гривен. Так что напрасно многие думают, что в «Да Винчи Фиш Клаб» не стоит заходить без туго набитого кошелька. Это не так.
Главное вовремя внести ясность. И тогда становится очевидной та истина, что людям свойственно не только ошибаться, но и стремиться к прекрасному и в еде, и в дизайне. Да Винчи Фиш Клаб – это не только рыбный ресторан. И здесь вы можете найти очень большой выбор пиццы. Это доступно и очень вкусно. Я вам жду всех.